Алеша Рябинин. Через 10 лет мы предвидим создание мощных межпланетных кораблей. А сами лично займемся разработкой новых систем перемещения в пространстве, которые будут качественно отличаться от современных ракетных и даже фотонных двигателей. А кто это мы? Алеша и я. Теперь ясно, почему вы всегда вместе. А я думал, ты в нее влюблен. Он в меня влюблен. Я? Ты. Не может быть. Может быть, может быть. Мой папа тоже все открытия сделал с тетей Юлей. А женился на моей маме, потому что она красивая. Ребят, давайте держаться поближе к науке. Вова Овечкин. Я буду теоретиком. У меня есть своя гипотеза. Если материя бесконечна...